В выставочном зале отеля «Эрмитаж» работы Инны Болунь представлены впервые. Художница получила приглашение от администрации и с удовольствием откликнулась на него. Небольшая галерея вместила порядка 30 работ, написанных за последние несколько лет. Особенно выделяются произведения, созданные в африканской тематике. Наверное, эти люди привлекают меня своей чистотой. Ну, наверное, яркости, судя по цветовой гамме. Да. Наверное, у них там, конечно, все это очень бедно, разруха, но при этом там много цветов, много чувств, как мне кажется, много искренности. Имя Инны Болунь давно известно брещанам. Несмотря на то, что художница не имеет профессионального творческого образования, слух о ее талантах разлетелся далеко за пределы Беларуси. Работы автора можно найти в галереях Англии, Соединенных Штатов Америки, Дании. В объективы нашей камеры Инна попала в 2015-м, когда предложила арт-оформление для люков в новом микрорайоне. С тех пор изменилось многое, но осталось главное. Художница стремится к развитию, находится в поиске новых форм и жанров. Это искусство, то есть это чувство в основном. Разные, ну, в основном, как мои чувства, радостные, где-то немножко грустные, сентиментальные. Где-то что-то, да, увиденное в нашем интернете, где-то что-то добавляю свое. Надеюсь, получается интересно. Жить значит создавать. Это бессменное кредо талантливого мастера. Как признается Инна, в суете рабочих будней очень сложно оставаться ярким и интересным. Именно поэтому на ее полотнах всегда так много цвета. Насыщенная палитра будет жить на ее картинах и дальше, заверила художница. Новые работы уже ждут своего зрителя.